Ко дню металлурга в Нижесалдинском металлургическом заводе обновили доску почета. Фотографии передовиков прошлого года сменили портреты других лучших сотрудников предприятия. Портреты людей, которые здесь находятся, это те люди, которые являются флагманами, передовиками. Их выдвинул трудовой коллектив, поддержал руководство. И целый год мы будем любоваться, проходя мимо, на их одухотворенные, радостные, умные лица. В канун праздника хочу пожелать всем от администрации самое главное – крепкого здоровья, работоспособности, стабильности, оптимизма. И всего самого наилучшего. Работать с достоинством – это словосочетание уже давно стало принципом работы многих сотрудников Салдинского металлургического завода. Я работаю на предприятии с 91 года. Потом служил в рядах вооруженных сил. В 93-м пришел снова на завод. Работаю в профессии слесаря. После училища был 3-й разряд, сейчас имею 6-й. Свидетельство о занесении на доску почета в этот праздничный день получили 24 заводчанина. Помимо этого, труд других сотрудников был отмечен грамотами и благодарственными письмами руководства предприятия и главы городского округа. Заводчане – это те люди, которые любят, берегут и хранят свой городской округ. Это те люди, которые относятся очень заботливо и понимают, что они часть этого города, что вы часть нашего городского округа, и та любовь, та мудрость, она нами ощущается. Мне бы хотелось пожелать заводу то, чтобы мы пожелали сами себе. Потому что если на заводе есть заказы, если на заводе есть работа, то завод процветает, а следовательно процветает и наш городской округ. В числе награжденных и инженер-технолог механического сервисного центра Анатолий Зуев. В его обязанности входит ремонт и наладка оборудования. А это, говорит он, большая ответственность. Ну, если пошились, значит, ценят. Значит, давайте скажем доверие свое. Добавим, что чествование металлургов в преддверии их профессионального праздника – это добрая и многолетняя традиция металлургического предприятия.